Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем зале. Сегодня у нас концерт эстрадно-джазовой музыки. Перед началом концерта большая просьба отключить звук ваших сотовых телефонов. Джаз – это вообще уникальное явление, которое зародилось на сломе 19-20 века. Эта музыка первоначально родилась в США, но потом она вышла за пределы страны, впитала в себя ритмы Европы, Африки, и такой получился сплав. И в дальнейшем джаз получил очень большое распространение по всему миру. И мы, конечно, тоже очень его любим. И начинаем. Музыка Андрея Ишпая, слова Евгения Евтушенко. «А снег идет» исполняет Анна Бройда. Встречайте! Ван Хьюзен, «Платье в горошек и лунный свет». На сцене дуэт Наталья Петушкова-виолончель, Анна Киселева, рояль. Thank you.
Пол Дезмонд, Take Five. На сцене дуэт гитаристов. Тимофей Хохлов, Наталья Грицай. Генри Манчини, «Лунная река». Сергей Заславский, концертмейстер, Столярова Елена.
Джордж Гершвин, хлопай в такт. На сцене Сычева Татьяна, концертмейстер Киселева Анна. Игорь Фролов, дивертисмент. Для вас играет скрипичный дуэт Наталья Дементьева, Мирослав Казаков. Перкуссия Александр Шалыгин. Рояль Анна Киселева. Thank you.
Джордж Ширинг, «Колыбельная», обработка Веницкого. На сцене арт-дуэт в составе Натальи Грицай и Елены Подольской. Джордж Гершвин, «О, будьте добры!» Труба, Александр Шалыгин, рояль, Елена Шалыгина. Thank you.
Музыка Игоря Азарова, слова Регины Лисиц, «Ангел-хранитель». На сцене Людмила Травникова. Для того, кто однажды полюбит, открывается небо всегда. И сбываются сны не случайно, и, конечно, рождаются звезды. И когда-нибудь время наступит, чтобы вместе подняться туда, где весеннего ветра кружение и тебя понимают без сна. Где невидимый ангел прощения часто спасает любовь. Где дорога серебряной нитью, по которой пройдешь босиком. И таинственный ангел-хранитель сердце коснется крылом. Ты захочешь, и я буду рядом, и с тобой ничего не случится, потому что печали и беды от любви далеко-далеко. Новый день улыбнется закатом, новый вечер победой притаится, и тогда мы увидим ответы где-то там высоко-высоко, где весеннего ветра окружение, и тебя понимают без слов. Где невидимый ангел прощения часто спасает любовь. Где дорога серебряной нитью, по которой пройдешь босиком. И таинственный ангел-хранитель сердце коснется крылом. Тебя понимают без слов, где невидимый ангел прощения часто спасает любовь, где дорога серебряной нитью, по которой пройдешь босиком, и таинственный ангел-хранитель сердце коснется крылом.
Сергей Федоров. Фантазия на тему пиратов Карибского моря Клауса Баделька. На сцене трио Домр. Дарья Кузнецова, Ирина Стручкова и Татьяна Сычева. За роялем Анна Киселева. Thank you.
Музыка Джорджа Полтона, адаптированный текст Кена Дарби «Love Me Tender». На сцене Снегирев Глеб. Винсент Юменс, Tear for Two. На сцене Ольга Белякова, Наталья Вовченко, скрипка, Анна Киселева, рояль, Александр Шалыгин, перкуссия.
музыка Юрия Саульского, слова Шафирана «Ты рядом, ты здесь». Поет Александра Тимофеева. Вальс. На сцене Медведева Виктория, Дарья Корикова, Белякова Ольга, скрипка, Анна Демина, фортепиано, перкуссия, Александр Шалыгин.
Клод Боллинг, ирландец. На сцене Светлана Тюрина, Сергей Заславский, флейта. Наталья Грицай, бас-гитара. Перкуссия Александр Шалыгин. Анна Киселева, партия рояля. Евгений Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». На сцене дуэт «Домр» Татьяна Сычева и Дарья Кузнецова. Концертмейстер Анна Киселева. Thank you.
И в завершении концерта прозвучит заводной рэк Келли Бейли. На сцене Александр Шалыгин – труба, Александр Кащенко – рояль. Наш концерт окончен. Благодарим вас за внимание. Будем рады видеть вас на наших будущих мероприятиях. Спасибо и до свидания.